Держи. Ну, мы уже к концу. Хоть немножко, но подержи. Рыбачил апостол, Спаситель ходил по воде, и Андрей доставал из воды Спаситель погибших людей. И Андрей закричал, я погибну, кричал, если ты мне откроешь секрет. Спаситель ответил спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. Когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде со мной. Спаситель на касках сверкает рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распять и оставь на потом. Онемел Спаситель и том у сердцах по водной глади ногой. Ты верно, дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде со мной. Это там еще, по-моему, было такое ощущение. Или там два раза повторяется, он как-то. Там